Фрезеровальная машина с двухметровым барабаном – главный солист в команде дорожно-строительной техники в начале ремонтных работ на проезде Мальцева в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В унисон работают самосвалы, в которые загружается срезанный асфальт, комбинированная дорожная машина с водой, трактор для уборки смета. А дорожные рабочие вручную подчищают то, что не смогла подцепить техника. Асфальтоукладчик с высокопрочной асфальтобетонной смесью последнего поколения здесь появится позже. А пока по 5-8 тысяч квадратных метров за смену, полосу за полосой фреза оставляет улицу без верхнего слоя асфальта. Холодное фрезерование это подразумевает собой то, что механическое срезание асфальтобетона без каких-либо термических воздействий на него. На данный участок прямой ход, основная дорога будет отфрезерована за 2 смены. На 3 смены будем дорабатывать все примыкания, съезды, парковочные без кармана. Специалисты трудились без выходных. С первым видом работ справились уже к началу текущей недели, уделив повышенное внимание продольному и поперечному уклонам дороги. Особое внимание будет уделено и съездам, потому что они ведут к различным предприятиям. Поэтому, чтобы дорога выдерживала движение больших грузов, у заводов и других промышленных компаний планируется выполнить дополнительное укрепление основания. Там, где, согласно кадастровым данным, территория относится к уличной дорожной сети. Также подрядчики поднимут люки колодцев на проектную высоту, заменят крышки на антивандальные, антишумовые. По всей длине участка произведут замену бортового камня. После фрезерования приступают именно к этим видам работ. В дальнейшем, там, где необходимо, выполнят обновление тротуаров, устроят новый асфальт. Тротуары там очень востребованы. У нас поступало огромное количество жалоб по этой территории, поэтому приняли решение отремонтировать там тротуары для работников промышленных предприятий. И в настоящий момент сейчас дефектовали тротуары совместно с подрядчиками. Будем приступать к ремонту тротуаров, где они совсем разрушены и пришли в негодность. Контроль за выполнением работ на каждом этапе осуществляют специалисты профильного городского департамента и его подведомственного учреждения МБУ «Дорожное хозяйство». Они проверяют соблюдение всех нормативных значений, в том числе будут следить и за качеством асфальта. Испытания проведут в специальной лаборатории. К оплате будут приниматься только те работы, которые подрядчик выполнит в соответствии с национальными стандартами, в заданных параметрах согласно условиям муниципального контракта. За изменениями наблюдают и жители города, которые работают в этом районе, и с нетерпением ждут, когда можно будет ездить по отремонтированной дороге. Ну, до этого ямы были, тяжело было, особенно в дождливую погоду, потому что, ну, не видно же их, как бы, езжу каждый день практически. На данный момент общая готовность участка около 40%. Планируется, что все работы по укладке нового слоя асфальтобетона на проезде Мальцева от Прожекторной до Заводского шоссе протяженностью 1300 метров начнутся примерно через 2,5 недели. На период ремонта полностью дорога не перекрывается, движение транспорта возможно по свободным полосам. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров, Константин Головин. События.